Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас в обзоре такая добавка, как креатин PHX от компании Biotech. Компания Biotech – это американский бренд с собственными производствами в Венгрии для нашего рынка и для европейского. 210 капсул, 52 порции, суточная норма 4 капсулы. Принимать в тренировочный день перед тренировкой за 80 минут 2 капсулы и после тренировки через 20 минут 2 капсулы. Запивать водой или соком. Не тренировочный день вы принимаете 2 перед завтраком и 2 перед сном. Креатин PHX отличается от креатина моногидрата тем, что он не дает отечности, не дает организму набирать воду, работает очень быстро, без фазы загрузки. Поэтому он подходит и мужчинам, и женщинам. Креатин PHX хорошо поднимает силовые показатели и выносливость. Если у вас появились вопросы, пишите нам под видео, мы вам ответим. Если вы хотите полностью почитать описание, посмотреть фотографии, и почитать, как принимать, заходите, ссылка в описании. Спасибо, вы были на канале Мегасила, с вами Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до свидания.